ДТП на перекрестке Ленина и Большой Советской вниз. Ну, машинка стоит одна на Большой Советской, а другая чуть на Ленина туда. Дюбнулись, видимо, стоят. Я думаю, что это все ходит с этими стаканами. То ли кофе, то ли что. Это стаканик с ложкой. А это там они раздают по субботам. Сам повар раздает, молодой парень. Ротатный такой. Мне понравилось. Я никогда в жизни бесплатную еду не ела. А бесплатная халява лучше всего. Как мне показалось, вкуснее всего. Когда мы с Катькой зашли, Вера Владимировна говорит: ой, вы знаете, мы ели ваши маслята в баночке, какие они хорошенькие, вкусные, и главное, такие чистенькие, маленькие все. Как это так можно их сделать? Я говорю, у меня их, наверное, было мало, потому что они же в основном червивые, и мы ездили за ними далеко. Куда ж их? Пришлось их в баночку делать. Видишь как? Она вспомнила про грибы, поэтому я даже пожалела, что я им грибов не привезла. Ну ладно. Берегу Пашки. Они себе насобирают. Я посмотрю там потом в подвале, что у нас есть. А, там. Там даже лисички могут быть. Угу. Я лисички в банке одну только делала, тогда и все. Каша какая вкусная. Ну хорошо, хоть поел. Густая, с бульоном. И там и картошечка. Называется рататуй. Еще и мясо. Молодой шеф-повар такой. Я хочу здесь работать. А хотите что-то купить? А я хочу здесь поваром работать. Как пряничек стоит красиво. Что-то купила в прошлый раз.